Добрый вечер, дамы и господа. Всех приветствую на стриме. Сегодня посмотрим на Super Liminal. Это не особо вроде как длинная игра. Народ писал, что часа за два проходится. Ну, мои за три. Я не особо силен в решении головоломок. Я помню, мы трейлер на какой-то из конфы видели. Возможно, это был PC Gaming Show. Как раз там же показывали игры в Epic Games Store. Я не заметил ее выход. Собственно говоря, потому что она вышла в Epic Games Store, блять. Кто следит за играми, которые там выходят, если это не AAA продукт? В общем, да. Сейчас увидел ее. Как раз. Не особо длинный стрим. Посидеть, потупить. Порешать головоломки. Со смены перспективы. Да, если кто не в курсе, что это за игра. Да, такие дела. Стрим в эту игру такого жанра добровольно человек. Не, я же говорю, я же видел ее. Я сказал тогда то, что прикольно вроде как. По крайней мере, я помню то, что мы ее видели вместе. Смотрели. То ли E3 было, то ли еще что. Я уж сейчас не помню, когда это было. Но то, что мы видели, и это было интересно, забавно. Да. Рот с платформы пройдено, то забыл же, нет. Я поиграл в него один раз. Его никто не хотел смотреть, я больше не запускал. Если ты про Wolfaris. Я, по-моему, его из Steam даже удалил. Типа, я к нему больше не возвращался. Народу не особо интересно было. Portal бы. Ну, выйдет Portal 3. Тогда может быть. А пока что желание проходить Portal что-то не появлялось, чуваки. Да, не выспался сегодня. Поэтому короткий стрим. Наверное, будет как раз пройдем игру, если я не буду сильно тупить. Да. Portal будет VR теперь. Так, по-моему, Portal какой-то и так в VR есть. А если ты про Half-Life Alyx, то вот такое. Там на DTF вышла смешная статья. Там чувак, короче, кликбейтный сделал подводку к заголовку. Типа от 14 тысяч рублей можно поиграть. Хотя это пиздеж. У нас этот самый дешевый VR продается в Nvidia за 29 кусков. А 14 тысяч он стоит на Амазоне. С которого еще хуй закажешь. Если заказывать, заплатишь посредникам баксов 70-100, наверное. Еще и с растаможкой будешь ебаться. Ну, короче, как всегда, кликбейтная хуйня, что типа не так дешево, пиздеж полнейший. Все равно это все дорого. Ньюсвос, как обычно, не сегодня. Не, сегодня я типа не мог долго уснуть. Я встал, нихера не делал. Потом я лег спать, что-то я поспал. Потом начали дрелить. Прям как будто стены ломали. Оказалось, что это у нас тут на этаже типа камеру ставили. Ай, пиздец, короче. Поэтому, да. Я встал вечером по будильнику, чтобы совсем не просыпаться супер ночью. Так. Какая-то громкая игра, супер. Здорово, Дагвейс, кстати, всем, кто подошел. Клодер, Соллайт, Серфер и Реддл. Добрый вечер, Кейс. Microsoft сейчас можно купить, возможно, лучший Mixed Reality шлем от Samsung за 250 батч, но не у нас. Так это ж не тот VR, в котором выходят игры, это ж мобильный VR. ХЗ, короче. VR-кал какой-то, чуваки. Это баловство. Это не то, что вот можно сесть и, я не знаю, сесть задрачивать 10 часов. Хуйня полнейшая, как по мне. Что значит висинг на? На от. Пиздатый перевод, кстати. Ладно, вроде по громкости более-менее. Если что скажете, гайс. Че, как плохо, хорошо. Новая игра. Huh? Are you filled with feelings of self-doubt?
Do you find yourself prone to неуверенность в себе? Or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending SomnoSculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. SomnoSculpt. Make your dreams come true. Это то, что мне не помешало бы, наверное, сегодня, чтобы выспаться. Привет, тачми. Mixed Reality тоже полноценный шлемак. Ну, видите, много чего есть, чего у нас не продается. Ёб твою мать. Так, что тут у нас? Terms of Service. Вы подписали соглашение. Угу. Пока что нас научили только мышки вертеть и ходить на вазе. Да? Perception is reality. Grab. Угу. Как определять, насколько она будет большой? Как Шену прошел, как игра из 2005-го. Очевидно. Ну ладно, пока что это все простое. Не совсем я понял систему управления. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to SomnoSculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. Квалифицированные специалисты. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Ага. А что от нас хотят? Что от нас хотят? Чтобы мы что сделали? Пробрались вот туда, я так понимаю. Окей. Да. Сырая разработка, как мне. Кто? Вот эта игра, типа, или про что-то, или ты про VR? Бульк. Мы, кстати, почему-то себя не видим. Если это отражение, а это похоже на отражение, почему-то мы себя не видим в них. Стоит ради Шенму покупать PS2? Шенму разве была на PS2? Это же дримкастовская тема. Чуваки. Ха. Ха. Почему она такая маленькая? Как ее сделать большой? Типа отойти нужно? Она вообще очень белкая. Привет, Усом. Та игра, которая ломает мозг. Ну, говорят, короткая, я хз. Странно то, что она ломает мозг. А как приседать мы не умеем, да? О, стал крупнее. Так, стоп. Теперь мелкая. Сука, надо, чтобы этот куб был большим. Или мелкий тоже нажимает. А, и мелкий тоже нажимает. Насрать, короче. Неважно. А, куб нужно вернуть обратно, чтобы залезть сюда. Жесть, какой он мелкий. Нам же при отдалении кажется все объекты меньше, хотя на самом деле они не меняют размер. Да, по сути. А, то есть это вот так работает. Понял. Типа вперед-назад. Примерно понял. Пока выглядит прикольно. Ну да, да, я же говорю, я когда видел ты. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team.
Please note that I am the standard orientation protocol, and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Ничего себе. Не, я не думаю, что VR в том виде, в котором он сейчас, его надо полностью переделать, потому что, ну, как я сказал, в него невозможно, мне кажется, играть дольше, там, часа. Представляешь, иногда в наушниках сидишь даже, вот этих, каких-нибудь мониторных, и тебе кажется, что ты уже супер устал сидеть в VR, ну, типа, это пиздец. Придется ли? В шлеме, в очках. Плюс не у всех вестибулярный аппарат выдерживает. Многих еще тошнить начинает. Может, вы даже и не не можете выдержать VR. Удерживайте ПКМ, чтобы повернуть. А зачем? Ну, окей. Что там дает? Чтобы разбежаться и прыгнуть. Проблема с вестибуляркой давно решена. Ну, может быть, я хз. Может быть, чуваки. Теперь это мост. Теперь это мост. Я стример, привык по 8 часов играть. Не думаю, что это чисто стример с проблем. А, больше. Больше она не может стать. Я допрыгну, я просто не уверен. Нет. Недостаточно размера, да? Может, вот так? Ну, теперь точно должен напрыгнуть. Тебе бы такой огромный сыр. А вдруг у тебя непереносимость началась? Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Тут какой-то сюжет есть в том, что мы типа готовимся ко сну. Что-то с нами какой-то диктор общается. Ага. Да, он испортится раньше, чем ты съешь такой, мне кажется, сыр. Dream Soda. Warning. You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a key node in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Хочу красную соду. Нет? Да, я бы тоже, наверное, не хотел жить в сыре, потому что он вонючий. А это нам нужно, чтобы запрыгнуть куда-то? Типа... Оно вертится только вправо-влево, вверх не вертится. Вообще-то не весь сыр вонючий. Ну, этот сыр выглядел как очень вонючий. Пожалуйста, используйте другую дверь. Окей. Там наверху нет никакой секретки? А, то есть нам нужно просунуть туда, походу, вот эту вот мелкую штуку. Так. Пук. А? А, она катается. Российский вообще без запаха и вкуса. Я помню пару раз
покупали какие-то типа таких сыров. Бывает же, делаешь иногда бутерброды в этот, кладешь в микроволновку, чтобы сыр расплавился. Блять, этот сыр даже не плавился в микроволновке, сколько ты его там не держал бы. Здорово, Санек. Two head или ноль head? Но сегодня я скорее, наверное, да, еще и ноль head. Ебать, что это? Это прей какой-то? Пак. А можно туда залезть еще? Нет, я не могу приседать, да? Ха. Какой-то странный сыр вы ели? Ну, очевидно, что это был какой-то, видимо, наебщинский сыр. Нежели чем настоящий. А что? А что в этой комнате от нас хотят? Что мы что сделали? Тофу, тофу же это... Это же соевая хуйня, нет? Сырный продукт? Да не, мы такой уж не покупаем, чуваки. Там было написано сыр, просто люди, бывает, наебывают. Я могу что-то... А, может мне надо раздолбать это говно? Я могу? Нет. А как... Как кинуть? Или нужно приподнять эту штуку? Ну, она туда не засовывается. Несмотря на то, что она какая мелкая. А нет, засовывается. И что дальше? Типа нам надо ее сделать супер большой. Чтоб перепрыгнуть? Тут закрыто просто. Или там где-то кнопка виднеется, нам нужно туда протащить его. Это кнопка типа? Господи. Как... Так, нужно, наверное, супер мелким сделать его. Да, тофу дорогой, наверное. Блять. А, что? Тень же падает там. Внезапно он становится большим. Грамм за 75 рублей. Дешевый типа. А, вот, все. Теперь занеслось. Ну, это, короче, чисто с управлением проблема. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by somnasculpt, please provide a comprehensive rational explanation in your post-procedural survey. Негативно-психическое состояние. May be eligible for a gift card. Подарочный сертификат. Подарочки. А что здесь написано? Не носить с собой объект какие-то после этой точки. Вот. А, я так понимаю, нужно перепрыгнуть. Составить кубики. Пятерки его не купи. Ну, в пятерке ты как раз вот максимум российский купишь. Какой-нибудь в лучшем случае. Или нам нужно просто перекинуть его через, так сказать, эту штуку. Um.
Ну и все, че? В чем-то проблема. Если огромный куб на себя уронит, Game Over будет, мне кажется, ничего просто не будет. Как я ожидал. Просто ничего не будет. Ну, видно, что игра, типа, такая. Все прикольно, но... Могли бы попридумывать всякое. Лошадка. Вот. Окей, ролик Alpha Smile. Да я же сказал тебе, Санёк, да, смотрели. Только не кричи, что нам нужно было с собой что-то взять оттуда, чтобы пройти сюда. А я же обратно не вернусь. Вчера не говорил, что не смотрел. Я пошутил. В начале стрима я же название стрима давал и анонс в соцсетях, что посмотрим в начале ролик Half-Life. Потом Готи посмотрели. Здорово, Дван, привет, Кейн. Шутка была, шутка была. Возможно, не смешная, но как обычно. Так, подожди. А здесь что? Это какая-то суперголоволомка? Че? Но я с собой ничего не принес, а обратно вернуться я тоже не могу. Значит, нужно каким-то образом ее решить. Возможно, нужно, чтобы две кнопки слились в одну. Можно эту штуку забрать, тогда все норм. Я уж думал, что-то здесь посложнее. А тут почему закрыто? Что нужно на ту кнопку положить, на вторую? А я не могу. А я не могу. А что тогда? Типа издалека, может, могу? Ага, это открывает ту дверь. Но зачем? Она мне не нужна. Может, нужно ее сделать такой огромной, чтобы она на все вообще попадала. Ну, возможно, да. Блять. Я все испортил. Бля, как это сложно подобрать правильный размер и еще и разместить все это. Пам-пам-пам-пам-пам. Охуенно, ничего не видно. Так, давайте откройте мне вот это. А, отсюда я не могу контролировать. Отстой полнейший. Может, я запрыгну должен обратно и что-то взять там? Немного не хватает. Thank you.
Может, вот так сделать как-то. Нет. Нет. Блять. Теперь вторая кнопка не нажимается. Да, блять. Я могу просто ее пошевелить, так сказать. Без смены пространства. Во. Нажимаются две кнопки. Открывает ли эту дверь? Открывает. Yes. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. А что будет, если я задержусь? Это как эта игра была, да, с этим, с диктором тоже, который постоянно с тобой общался, и там тоже решал какие-то задачки. Как она называлась-то? Я просто не проходил, не играл в нее. Сыр? Стэнли Парабл, по-моему. Вспомнил. Здорово, Стеббинс. Спасибо за ресурс. Наконец-то нормальные игры. За 25 месяц. Вообще-то и так были отличные игры. Не понимаешь, о чем ты говоришь. И почему здесь стена? Какого хуя? Death Stranding? Так мы Death Stranding уже давно прошли. Что Death Stranding-то? Death Stranding, да, закончился. После Death Stranding были другие игры. Почему сыр не растет? Давно прошли бомбит до сих пор. С того, что 4,5. А так можно было? Ничего себе. Last Guardian прикольно. Не, Last Guardian кал какой-то. Shadow of Colossus супер клевая игра, а Last Guardian нет. Ты просто троллишь меня. Я уверен. А, мы опять, кстати, вышли за лимиты. Арены. Чё-то на том стриме никто из вас не появился, не объяснил мне, чем Last Guardian настолько хорошая игра. Для Stranding Рилли не зашел вообще. А ты как, фанат игр Кодзимы? Ну, типа, играл, может, что-то даже. Я просто вообще ни во что не играл, и мне понравилось. Иногда даже до сих пор отпускаю. Выполняю пару заказиков. Но, конечно, до платины речь не идет, наверное. Чем колоссы хороши? Ну, колоссы вышли в каком году, чуваки? Ладно, давайте. Я постоянно забываю, в каком году. Мне постоянно говорят об этом. Shadow of the Colossus. Дата выпуска 18 октября 2005. В каком году вышла Last Guardian? В 2016. Для игры 2005 года эта игра сейчас играется почти идеально. Я получил ультрафан. Ну, с некоторыми оговорками. Но я это все спускаю, то, что эта игра старая просто. А Last Guardian играется, как будто эта игра не 2005 года даже, а 95-го, блять. Серьезно, настолько там ужасное управление. Всем МГС нравится? Ну, тогда странно, почему тебе не понравилось. Вроде большинство фанатов Кодзимы были довольно... Ёб твою мать. О, мы уснули, типа. Или чё? Или я что-то не так сделал? Угу. И проснулись. Хоть в игре посмеешь. Да не, сегодня пораньше лягу. Спать охота, Гриша не выспался. Сьюби.
ключи, папки. Суперлиминал тоже прикольный, не такая душная, как Стэнли Парабл и Античеймер. Но Стэнли Парабл уже суперсюжетная вроде тема, да? А, Античеймер, да, я помню, ты на Сабдэй заказывал, что-то я там задушился, там загадки пиздец. Что такое? Куда ни на куни за фикс балла пропал, никуда не пропал, просто тебя не отображает, скорее всего. По крайней мере, я ничего не трогал, чуваки. Я ничего не трогал. Опять что-то подписать нужно. А, душевная, а не душная. Ну я прочел как душная, да, окей, сори. Слепой, чуваки, слепой. А слеп от, блядь, дрочки уже, потому что... Это нам пригодится где-то еще? Не знаю, восьмом, возможно, пригодится. Хм. Номера рандомные. Это нам о чем-то должно говорить, эти номера? Или мы просто гуляем, типа? Окей, выход. А, понял. Удалил тех, кто потенциально стал бы тратить. Не, было бы прикольно, если бы можно было бы делать цели там. Ну, только для сабов или там для чуваков, которые посмотрели определенное количество часов на стриме. Ну, то есть... Развитие этих фишек... Пожалуйста, сколько угодно. Вопрос в том, реализует ли это Twitch. Ёб твою мать. Когда же будет только для нонсабов? Да так вот, все для нонсабов, по сути. Много чего. Такая элегантная музыка. Что дальше? Типа нам нужно выйти отсюда наверх. А я же никак не могу, по сути, из этого построить штуку. Нет? Или могу? Так, ага. Допустим. Там радио стоит какое-то. И клёвая музыка перестала играть. Я что-то не так сделал? Коллектаблс? Нет? Хм. Ждал увидеть какой-то коллектаблс или что-то прикольное. Это что-то означает? Типа как работает это все? Окей, допустим. Что с радио? My name is Dr. Glenn Pierce, mm-hmm. and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. А, это как раз таки не тот же чувак, который Стэнли Парабл диктор озвучил. Что-то... Я, по-моему, на стримах у кого-то видел Стэнли Парабл.
помощью игру Перспектива там 2D платформы на путь для персонажа выстраиваешь, перемещаясь в трехмерных уровнях. Ой, ну это прям уж совсем, мне кажется, какая-то доблеватый может тебя довести такое. Ну, мы во сне где-то, очевидно. Не снимается, кстати, эта штука почему-то. Хотя обычно на знаке можно было взаимодействовать с ними. А. Типа накрытый стол нужно сделать здесь. Из куба. Или это просто так, композиция красивая, типа. Или я могу забрать его? А, да. Нужно выстроить из него это дерьмо. Интересно. Так, куб там нужен? Не нужен, хер его знает. Так, еще один куб. А где недостающая часть? Вот. Может, вообще из входа в комнату где-то? Вот этого куска нет внизу. Приседать я не могу. Может, что-то нужно взять? У меня есть куб, в принципе. База тоже отсутствует здесь. Типа вот на эти штуки запрыгнуть и оттуда смотреть сверху. Нет. А что сверху это такое? Знает. Короче, может быть, нужно встать на этот куб. И тогда норм будет. Бля, он очень, очень мелкий, к сожалению. Сюда, да? А возможно, можно над собой поднять. Но мне мешает. Супа. А. Ого, так работает. Что тогда? Как? Или нельзя? Возможно, нельзя, кстати, найти эту штуку. Ладно, короче. А, мне нужно 2 куба, чтобы туда добраться, что ли? Типа, одного недостаточно. Или что это такое? Может, отсюда вообще? Может, надо, чтобы нам было не видно, а этот кусок поломанный, тогда он проявится. Хотя нет, вот здесь как-то. Кто-то откусил часть куба. Верните. А что вот эти рычаги? Рычаги делают. Вроде сигнал пожарной безопасности, но он не работает. Что странно. Вазу там взять нельзя, взаимодействовать с вазой.
ты имеешь в виду вот это вот, типа? Но она и так кажется объемной издалека. А, то есть аж вот так нужно делать? Лол. То есть они добавили несколько взаимодействующих объектов, ясно. Окей. Окей. Это слишком большой. Достаточно будет. Я же как-то запрыгал на него, да. А, так это вообще, это какая-то ступенька, блядь. Не настоящий куб даже. Понял. Так. Теперь нужно построить выход. Забрать кубы с собой. Сверху смотреть откуда-то. Пук-чпук, звуки классные. Ну такие. Забавный, скорее. Так, может здесь что-то сверху есть? Просто я смотрю тоже опять. Скорее всего, нужно с того угла глядеть. Это что? Это от чего-то другого кусок, да, чуваки? Может, а что такое сверху, видели? Иконка меняется. Что это значит? Руникр. Не понят. Что? Perception is reality. Reality. Куска не хватает, но... Какого именно куска, я что-то не... Пиздец. Ну, здесь, короче... Иногда игра странно работает. То, что очевидно, что этот кусок был вроде не куском. Но он криво нарисован. Как по мне. Вообще игра была такая Perception. Про слепую мадам, которая ходила, клюшка своей стучала и появлялся вижен. И проходил ее. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Но мы же спим. Почему они не знают, где мы? Ага, краска разлилась, и это что-то должно... Вот. Ага. Нам нужно наверх каким-то образом попасть. Лол. Через отражение каким-то образом или что? Или к чему эти отражения вообще? Как бы все просто решалось, если бы я мог просто присесть сейчас, да? Сначала, наверное, с куба надо начать. Да. О, блять, почему он сюда прилип? Вот. Так, ага. О. Нихуя себе. А там наверху что? Там туда? Хм. Интересно, что... Ну, я вряд ли туда, наверное, могу залезть, да? Или могу?
деле могу. Могу. А мне сюда? А. Здесь просто кола и помойка. И все. Жаль. Просто тупик. Место для отдыха. Да, рядом с помойкой. Так. Мы на какой-то... Это что ли? Киностудии, как будто это эти... Павильоны, да? Очень похоже. Может, кино снимают? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Теперь ищу лифты. Теперь искать, что здесь. Здесь вообще что-то есть? Сверху, может быть? Луна, типа? Ёб твою мать. И что там? Блять. Сука, я каждый раз пугаюсь. На VRKS ты адли халфлу фелух. Халфлу фелух. Спасибо, стримин, за 300 рублей большое. Копить на VR. Сначала нужно пек купить. Как раз, может быть, на половину до выхода, когда там в марте 20-го выходит. Мы накопим. Вы стример пугливый. Так я как раз таки нажимал на этот. На магнитофон этот. И донат пришел. Спасибо большое, да, стример, за 300. Please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Бить родителей, но это как-то нехорошо. А, это выход? Лол. Так. Ну, мне кажется, не стоит бить родителей. Никаких, ни при каких обстоятельствах, разве что, если только они вам угрожают чем-то. Тогда может быть. Блэк, место про Викатаксе надел? Да, я хотел пройти. Когда выпустят полностью. Ну, типа, я несколько раз об этом говорил. Просто выйти отсюда. Ну ладно, пойдем, выйдем тогда. Они вроде как раз в финальной стадии. Немножко осталось. Может, до Нового года доделаю. Как раз можно было пройти. Все равно вроде все. Игр не предвидится больше. В этом году, по крайней мере. Мы опять проснулись где-то. 4 часа. До этого 3 было. Сьюпи. Так мы просыпались здесь уже. Так. Ага. Можно баловаться. Только почему-то теперь все не красное, а коричневое. Ха? А почему так? Хм. Б.
This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Мы что-то нехорошее натворили. Я не знаю, я просто шел вперед, по-моему. Но да, мы что-то там перепрыгивали, я помню. Это действительно правда. Куратор Сонли, только для кураторов. Кэт-схема. Видимо, которая нам о чем-то говорит. Perception is reality. Март 1991-го. Perception is reality. Окей. А, так. Вот и кубик. А че, яблоки? Да. А как яблоки взять? Можно их взять вообще? Нет? Мне кажется, нельзя. Очень большой ват. Зачем мне яблоко? Съесть. Зеленое яблоко клевое. Должно быть вкусное. Это сейчас было похоже на Микки Маус, вот эта вот штука сверху. Мне оно так кажется. Похоже, нужно куб с собой забрать. Или нет? Да, одного не хватит. А, это еще какой-то шуточный куб. Не настоящий. Лол. Все, поехало же, почему? Похоже же. Без того куба. Вроде так хватает. Ну ладно, пойдем дальше. Чекпоинт, кстати. Еще один. Еще одни кости. А! Лол. Ой. Страшно. Внезапно музыка перестала играть. Professional tip: the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Сновидение. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Перегрузки. Перегрузки — это опасно вообще, на самом деле. Не думаю, что стоит. Так, ничего нет. Я правильно вниз вообще спрыгнул? А как взять кубы? Или их не надо брать? Это такой, типа, рофл, что их нет на самом деле. Только для работников. В эту игру надо, короче, играть с этим. С бокалом вина таким. Сидишь. Так, чё? А, можно бесконечно выдвигать. Прикольно. Только зачем? Чтобы что? А... Да, во фраке. Чего? Я не понимаю. Нахуя? А вот зачем? Чего, бля? Окей.
Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Как дальше идти? Как ее правда сложить? Его чёрта. Вот это объёб. Да ёб твою. А? Почему она не падает? Сука. Но я смогу. Да. Хорошо то, что он умеет цепляться за уступы. Тоже поломанное. Ебать. Сквирт кубиков мне в лицо. Ага. Ага. Это будет сейчас перезагрузка как раз. Вот. Я обратно вернулся. Лол. А. Хм. Лифт. Ну это следующий лифт. Feeling lucky. Какое-то казино. So are we. Почему-то нет отражения. Вот чё, стрёмно. Непонятно, как выглядит главный герой. Поменялись, кстати. Там были троеточие. Теперь вопрос, восклицательный знак. 5 часов. Тени у нас тоже нету. Мы точно вампир. Опять проснулись в той же теме. Опять вот это коричневое. Ага. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Понятия не имею. Я не психолог. Если это психолог, конечно, с нами разговаривает. О-о-о. Супер длинный коридор. Что? Ебануться. Не хочу. Пустите домой. Блять. Ну мы, короче, в психушке, судя по всему. Поехали кухой. Нам все чуется. Это запасной генератор там, в комнате. Чукпоинт. Дорога перекрыта. Ха. Морозильная комната? Да. Кровь. Эй, блять, сука. Хм. Пиздец. Внезапно игра стала каким-то хоррором. Да. Ну, она пытается пугать тебя. От нее такого не ожидаешь.
закрыли. Это морг на самом деле? Да это не похоже было на морг, там стояли всякие продукты, морозилки. А, ну может быть и морг. Каждый день убийства, кроме воскресенья, там бобы, чуваки. Бля, ну мы какой-то шизик, походу. Реально, поехавший. Как теперь отсюда выбраться? Поликлиника нас... А! Ага! Ну да, поликлиника тоже чем-то похожа на смерть. А по воскресеньям, когда они не работают, это бобы. Все именно так и работает. Дай. Ну, типа, прикольно сделано, кстати. А на самом деле просто дайц. Диетическое. Красиво. Блин, это кажется, что это просто томатная паста какая-нибудь, я уверен. Да? Или просто кто-то краску пролил? Скорее, больше на краску похоже. Мы упадем сейчас. А никак не перейти, да? Интересно, что там. А, стоп. Там что-то есть. Пиздец, темнота, чуваки. Ага. Так. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Нужна помощь. Мы реально какой-то клиент психушки? Как я увидел? Ну, мне интересно было, я внимательно посмотрел. Интересно было, что на той стороне. Хотя, я не знаю, был бы гейм-овер от того, что мы вниз прыгнули, или... Игра все равно будет продолжаться. Но я посмотрел. Это шахматная фигура, чуваки. Но было страшно почти. Как будто кто-то смотрит, да? У, сука. Что-то шахматные фигуры, да, часто появляются. Может, это про то, что на самом деле ничего нет, но мы пугаемся обычных вещей, которые нам кажутся. Рисовые... Пироги и какие-то конфетки написано. Хотя здесь написано не переворачивайтесь. Хм. Вот. Идем в темноту, я хз. Тут уже вообще ничего не видно. To subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. А раньше мы эти доски могли убирать. Сейчас что? Типа пойти подсветить там,
Что мы не видели? А, я не могу обратно вернуться. Отстой. Отстой. А что тогда? Вот. Нужно как-то ее расширить, раздолбать доски, типа, или чё? Проход, оказывается, есть был. Лол. А че такое вообще? Нихуя себе. Нихуя себе. Стеллажем было здравой идеей глянуть. Да я в итоге куда-то в другое место пришел. Где нужен свет? А, че? Не могу с этой штукой пройти, типа. Для чего-то нужно, чтобы что-то осветить. Или я могу с собой ее забрать? Нет, с собой не могу почему-то. Окей. А здесь тупик. Лол. Типа с той стороны нужно осветить что-то. А, или перекинуть. Окей. Стоп. Там стена или че, я не могу понять. Стена что? Блять. Или нужно сделать так, чтобы оно светило сквозь стекло. Свет же проходит. А, наверху. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Это просто нож и... Ага. А зачем? Нож исчез. Кто украл? У нас завелся воришка. А тут прям такие следы. Это Икея там что ли в конце, нет? Почти. Здорово, машина. Здесь же головоломки для меня, сомневаюсь. Так это просто краска, чуваки. Нам все это казалось. И просто не было света. Все декорации. На самом деле, ничего подобного, да? Нас просто хотели напугать. Это кухня.
просто про мозговые волны написано. Обратно можно вернуться? Нуп. А, emergency generator, так и написано. Generator. Это рисунок, кстати, мы видели. Не рисунок, а доску с надписями. Это что, это авокадо? Хуй знает. Опять еще один лифт. А, да, enjoy avocados. Все верно. Чувак, куда столько загрузки-то? Не многовато ли? 1000%. Куча будильников, которые орут в 6 утра. Все? Все выключили? Ну, в 6 утра-то уж должно проснуться. Сиби. Опять то же самое. Что в этот раз? Ага. Тут закреплена, да, эта штука, ее типа не забрать. За дверью сходить, что ли? Дверь с собой притащить тогда. Если сталкер устанавливал с каким-то модом, так вот полоску установки не остановил, даже позже. Не, это частая проблема была, да, тогда. Что на 100% установка не заканчивается. Да и сейчас бывает такое. Но уже пореже. Видимо, люди научились делать нормальные установщики. Чего? Играем в домино. Интересно, сколько штук можно наспавнить, прежде чем игра начнет лагать, например? Пук-пук-пук. Причем эти штуки с собой взять нельзя, к сожалению. И здесь то же самое. Сид баллась, это лесенка. Ой, чуваки, опять темно. И у черта. Это небо. Нет, не настоящее. Attention, Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways and other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Нажмите по кнопке, чтобы вернуться. Вот. Чего? Мы можем обратно возвращать все. А зачем? Чтобы что? Если я неправильно что-то выстрелил. Ой, блядь. О, он перестал пищать. Строим пирамидку. Лестницу. Пара.
А зачем нужно было смайлик? Почему-то смайлик теперь вместо иконки, чуваки. Улыбается. Походу мы окончательно кукухой поехали. Судя по всему. А, смайлик исчез. Хм. Можно баловаться. Угу. Яблоко как раз то самое. А. Хм. Игра длинная. Говорят, что часа два. Что в данном случае нам нужно сделать? Хм. Ну, вряд ли долезть до потолка. Не знаю, что я делал, я на самом деле просто баловался, чуваки. Где-то половину прошел. Ну да, если часа два, я играю где-то час с лишним, так что нормально. А еще такое. Так оно не дует. Это не настоящее. За хуйня. Так, а вот это уже. Педакси. Это что за хуйня, блядь, такая? Сколько нужно наплодить их? Типа целую комнату? Чтобы они начали заполнять. И купаться, мне кажется, тут есть лимит, чуваки. По-моему. Нет? Блять, прям в лицо, нахуй. Можешь сделать вот так и будь чисто. А. Как это говно пройти? Выстрелить дорожку, но там дурацкая штука мешает.
Бля. Если ваш что-то, если получается, что дело не так. Почему? Я могу вот так делать еще. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Somme sculpt. Это тот, куда мы начинали. Подписывая контракт. Галерея. Ага. Почти лестница. Пам-пам-пам-пам-пам. Ой. Ой. Напоминает коридор из Left 4 Dead, кстати. Блин, Паша. Нейро Морality. А раньше можно было нажать на фонарь. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, VR, but I also no, do not know mistake. How. Transmission ends. Ну конечно, конечно. Че еще расскажете? О, VR еще какой мистейк. Очень большой. Name is my Pierce, Dr. Glenn. To the Somnisculpt welcome experience, team of your care leader, patient years 10 development. Condition struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs, or look good. Ну хватит. О, еще один лифт. Поехали. Яблочки. Нет, нет метросексуальных экзотистов. The level is loading right now. Уровень загружается. Бип-бип. 7 часов утра. А мы все спим. О, комната релаксации. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently, and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Да, я пытался решать головоломки ваши. В принципе.
То есть надо перестать их решать, пытаться. Боб. О, домик. А в домике что? А в домике комнаты. Направо или налево? Налево. Что здесь? А, ага. А в как тебя залезть? Ну, ела какую-то штуку специальную, чуваки. По-моему, мы стали меньше. Нет? Теперь можем пройти, да? Чем дольше дом, чем больше дом, тем лучше. А, ага. Что-то не то. О, телевизор. Сломался. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Если по ошибке, куда вернуть тогда? Что-то мне кажется, сейчас нихера не успокаивающе будет. Есть подозрение. Игра по типу Stanley Parable. Не, ну здесь же совершенно другой геймплей. Но идея с диктором, да, наверное, оттуда взята. Опять дурацкий ветер. Зачем он? Чтобы что? Ага. А что это не дает? Проход? Происходит. Как открыть-то? Хм.
Может, надо вытащить отсюда? Что-то увидеть должен. Или вот сюда в проход поставишь, чтобы как бы зашел вот сюда. В чем заключается завязка игры? Мы ложимся спать в специальной клинике, которая работает со сном. С людьми, у которых либо проблем со сном, я так понимаю, либо что-то типа того. Заключаем соглашение, и вот, собственно говоря, все происходит. Еще больше сделал, чтобы между перекладин пройти. Ты думаешь, это возможно вообще? Блять, да. Лол. Я даже не думал, что. Я думал, это стекло, как бы, типа, иначе в чем смысл двери? Хорошо, да. Если заснешь и рыл, играя в эту игру, она 50 из 10. Ну, у тебя должна быть мозговая активность, когда ты играешь в эту игру. Если ты заснешь, то тогда ты можешь задавать себе вопросы. Некоторые, если ты понимаешь, о каких вопросах идет речь. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of your nature. Не, про главного героя мы вообще ничего не знаем. Он, у него нет тени, нет, мы не отражаемся нигде. Whatever you do, don't focus on that. Каким-то образом нужно вот туда попасть, возможно. Нет? Но как? Не нужно, так сказать. Так, это что за домик, блядь? А прыгать нужно здесь? Дает.
возможность перевернуть эту штуку. А. А, обратно не вернуться. Мы же не можем еще раз в нее зайти. Правильно. Ёб твою мать, я в текстуру попал. Бывает. Что от нас хочет игра, я не совсем понимаю в данный момент. Тут толком не расширишь эту штуку. Че, я хаза. Типа я должен был сделать еще больше. Я должен ее поставить туда наверх, чтобы выйти потом вот там. Понял. Я что-то не вдуплил, что мы отсюда же выходим как раз таки. Тогда понял. А где она? Ёб твою мать. Я забыл, что мы через нее вообще выходим. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Точно. Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Насколько реально забраться по этой дощечке? Нереально, ясно. А, вот. Почему? Что делать? Чё? Могу я вот таким большим стать? Нет. Блять. А? Да, я реально стал каким-то огромным. Не могу сюда зайти. Пиздец. Может просто запрыгнуть теперь сюда? Я застрял, не могу выбраться отсюда.
Бля, надеюсь, сюда не пролажу. Есть некоторые проблемы. Есть некоторые проблемы, да. Так сказать. Блять, да поставь это просто сверху. Чего он не цепляется? Он раньше цеплялся за уступы, типа, недостаточно высоко. Еще бы выше нужно сделать. Да залезь! Бля, я слишком жирный. Сука. А если так, я стал теперь поменьше, но не цепляюсь за это говно теперь. Я теперь не могу залезть наверх. Мне нужно эту штуку наверх поставить каким-то образом, мне не получается. Она либо слишком большая, либо слишком маленькая. Ёб твою мать. Пиздец. Все сломал нахуй. Дурацкая Алиса. Сука. Ну, это типа головоломка, где нужно себя то уменьшить, то потом сделать большим. Не знаю, а я могу вообще эту штуку туда засунуть? Вот в эту скважину. Просто. Может, каким-то образом подгадать момент? Блять. Ну, почти. Только я теперь наверху. Нет, я все еще слишком большой. Я не могу туда пролезть, блядь. Насколько мне нужно быть карликом? Прям вот таким мелким.
А, что? Где? Ебать, что происходит, блядь? Слишком низко. О, я теперь вообще супер маленький. Пиздец. А сунь дверь туда можешь? Нет, к сожалению. К сожалению, нет. Может, я могу просто теперь по уступам по ним пробраться? Тут можно было бы по ним ходить, было бы намного проще. Вау. Здесь большую сверху маль. Так я так и делаю, она не падает туда, куда надо. Обычно. Так. Но теперь я не достаю куда. Ёб твою мать. Почему я упал вниз? Бля, я теперь еще меньше. Пизда. Какая. Ну, типа. Наверное, как-то нужно вот так взять, сейчас запрыгнуть. Поставить эту штуку сюда. Я просто не допрыгну туда, наверное. Хотя, может, вот так? И надо было сделать. Наверное. Хуй знает, чуваки. Какое все огромное и какой я маленький. Домик спаси. Фух. Наконец-таки я нормальный. О. Мистер Кит. Лифт. О ком речь, да? Могло быть. Сколько, 8 утра? Нет, опять 3 утра. Лол. Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10, 9, 8. Error. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Кровище опять. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Impossible. Заключения нет, да. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. То есть мы никогда не выйдем из этого сна. Instruction. Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis, as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Wake up, goodbye. Проснись. А? Опять то же самое? Что пиликает?
а? Что происходит? Мы просыпаемся, типа, каждый раз. Найс. Ой. 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 Ёб твою мать. Что происходит? Ага. Что за будильник? Ну, будильник, который звенит и будет тебя. Ничего особенного вроде как. Вуд. О, стена. Хм. Ага. А, как туда попасть? Пустить. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnisculpt Standard Orientation Protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Я перестал рассказывать что-то. Окей. Происходит. Темно, чуваки. Где мы? Что? Пришел сюда в эту комнату, если я ничего не могу сделать. А... как тебе оттуда выбраться, блять? Дверь зайти. Или я каким-то образом могу переходить все-таки. Я ж только через дверь переходил, да? Может, на потолок? С этой стены я пока что... А, или могу? Нет, не могу уйти. Да, от меня хотят. Дверь закрыть нужно или что? Ага. Как теперь туда попасть? Ёб твою мать. Жесть какая. О, стекло мы видели. Of
course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective, of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Действительно страшно. Абсолютно согласен. Так, куб нужно народить или чё? Или мы все уже не можем его народить? У нас, типа, перспектива поломалась. Или возможно еще это? Это что такое? Лестница? Похоже на то. Найс, прикол. Все, все рушится, короче. О, мы в лифт попали так-то. То, что нам нужно было. Лифт вроде как дает сигналы. Выход перемещен чувакам, которые нас пытаются вытащить из сна. Ну, если я правильно понял. Почему я подпрыгнул в начале? Так, стоп, окей. Блять. Мне нужно, видимо, на эту платформу попасть. Но я не могу. Ага. Что? Я должен среагировать успеть. Почему иногда меня подбрасывает? Красная табличка, а что с ней? Я, может, это должен запоминать? Вест-ист, типа. Да я вот тоже думаю, что стоит. Здесь какая-то последовательность, видимо, я должен отследить, которая влияет на дверь. Это, с этой нельзя взаимодействовать. Я должен сразу идти в те стороны, куда нужно. Там какой-то, короче, прогресс был. Теперь всегда 0-1. Почему-то.
типа нужно от стены идти. Обязательно. Или что? Или не смотреть на эту хуйню. И тогда будет прогресс. Что? Вот что меня сейчас опять сейчас подкинуло? Это просто баг какой-то. Чего, бля? Может, надо боком идти просто? Вот так, типа. Нет. Я что-то... Может, на уровне 0.4 нужно пойти назад? Когда мы спрыгиваем. А мы не можем, да, к лифту вернуться? В котором был это говно. Слева, типа, налево 03 West. Что это означает? Типа, сейчас налево идти сразу или что? Ну, нихуя. Я тоже не понимаю. Иногда здесь просто начинает 02-03 сразу. Может, я что-то должен сделать здесь на каждом? Я максимум могу вот эти вот штуки подергать и все. Есть у кого какие идеи? В чем заключается замес? Просто в двери заходить ни на что не влияет. Периодически они просто меняются и все. Но что это мне дает? Типа не надо останавливаться или что? Просто кнопку вперед? Я не понимаю. Обратно я запрыгнуть не могу. Счетчик что-то считает, но что? Я хуй знает. Если честно.
Может быть, если правильно последовательность соблюсти, но какая здесь правильно последовательность? Надо сначала смотреть в другую сторону, от которой табличка показывает и разворачиваться. Вот так, типа? А в чем смысл, блядь? Нахуя? Я ж так делал, кстати. Я ж так делал, прям подходил к каждой двери и шел вот так. Пиздец, какая-то хуйня. Дебилоидная, ничего-то запоминать не надо даже. Полнейшая хуетень. Ну ладно, разработчикам так захотелось. А, спиздили. Куб. Бред какой-то, да. Ну, я хз, чуваки, но, по-моему, это реально бред был сейчас. Я, конечно, не эксперт головоломок. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Найс, у нас своровали этот самый фигуру. Короче, у нас по полной глюки пошли. Уи. Ло. О, кровать. Все, спим. Нет, не спим. Так. А, что, бля? Блядь, только, пожалуйста, не опять какая-нибудь такая херня. Wake up. Мы в лифте. О, блядь. Ай, бля. Пизда. Выпустите. Ой, бля, где вообще нахуй? О, стрелочка. Может, по прямой нужно идти? Нет. Где дальше стрелочка? Где дальше стрелочка? Ага. Listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Knock knock. Так, еще один. Пизда стулем пришла. О, ебать, что происходит? Да. Еще один лифт. Стеркан. Лестница. О! Улиц. Фонарики. О! Да. Вроде все в порядке, а потом такой хоп. И. Здесь есть тупик. Может, за эту штуку надо? Ёб твою мать. Все сужается, чуваки.
На самом деле это фейк. Короче, ходим-бродим, до углов доходим. Ага. Домик. Или что это такое? Будильник. Загрузка. Пи-пи-пи-пик. Пи-пи-пи-пик. This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. Какая-то комната. Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Так. А куда нам? Мы каким-то образом вернулись сюда. Нам типа в остальные домики, может, надо попасть. Какая-то кнопка. Ага. Понятно. Значит, домик нужно вернуть на место. Или что нам? Куда нам нужно залезть? Там музыка играет. А, блядь, я не могу сюда залезть. Он слишком мелкий. Хочешь спидраном посмотреть? Да что там задроченное управление? Вот тебе весь спидран. Люди сразу знают, какие кнопки нажимать. Что брать-то и все. Изи. Да почему? Как я залазил-то сюда? Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Может, нужно мелким стать? Что я сделал? Please, paradox from creating any refrain. Explosive dream overload. Взрывной перегрузки сновидения. Я, короче, какую-то дичь сделал, замиксовал вход. Может, мы проснемся наконец? Сейчас ослепну. Так, что это? Непонятно что. С двумя фэпсами. Написано не выход. Not an exit. Опять два хлопца.
каким-то образом сопоставить все это. Вот. Maybe вот так. Нет. Так, возможно, я должен был упасть сюда или нет? Или не должен был? Так, что? Ага. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing, where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. Наконец-таки игра, где можно говорить, что это все сон собаки почти. Так, тут Глен Пирс. Deception. Нас объебали на выход. Так, здесь закрыто. Удали меня. Релаксиатат. Женские лягушки, минералы. Ой. Не выход. Что происходит вообще? Ага. Просто по прямой идти, блять. Невозможно. Что-то не видно. Помню, в Deus Ex ближе к концу была такая комната белая вся, в которой сидела мадам Адама, которая оказалась крысой, по сути. Типа не смотреть туда? А, да что-то нихуя, чуваки. А, стоп. И это... Ага, понял, это куб, оказывается, блядь. Ну охуеть. But in white space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. А какое отношение мы к этому Глену Пирсу имеем вообще? Мы его сын, сестра, брат,
Есть Глен Пирс. Выключатель. Ага. Блять. Куда ни пойди, везде выход. Блять, это наебалово, не лестница. Так, на самом деле направо нельзя пойти, налево тоже. Только прямо. Что произошло? Сквозь лестницу надо пройти. Пиздец. Ну тут где уже не надо моделить. Класс. Моделить фигурки все. Текстуры. Они, конечно, начали баловаться со всем этим. С перспективой как раз. Немножко и можно блевануть. Да не только. Кажется, и обосраться даже. Блять, только не загадки опять с этими дверями, в которые непонятно в какую идти. О, нет. Что сейчас-то от нас хотят? Привет, слушай, ты это. Ага. Ага. И что это нам дает? Выход куда-то в другое место. В мазутную комнату. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Хотел бы я знать, зачем мы сюда пришли. Хотел бы я знать. Извините, пожалуйста. А, я могу ходить туда, только где есть фигурки. Понял. А! Извините, извините. Долго соображаю. Шиза. Ну, сейчас, да, какая-то реально шиза пошла. До этого в игре была... Просто идешь по комнатам и решаешь головоломки. А сейчас какая-то дичь. Видимо, философская. С одним этим кубом я туда не доберусь. Ну, разве что-то еще? Ну что?
просунь сюда. И что? А, и типа я могу пройти дальше? Пиздец. Добраться куда? Просто вниз? Окей. Ой, бля. Ой, бля. Не надо, пожалуйста. Зачем это делать? Вот. Выход. Будильник. Восемь утра. Так. Хм. Еще один уровень. Что она такая длинная? Everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. Контроль над перспективой? Мы потеряли, типа, контроль над перспективой, поэтому мы сюда пришли. But, more often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure. А, точка зрения. Вот философия. So we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. Закрыт, кстати, не пройти. Это уровни, которые вот были в игре. В самой игре, пока вот эта черно-белая херня началась, было все норм. Your life will always be a struggle, and you will always have problems. But today, you have the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them. Ой, ну конечно так, прям завернули. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected... Блин, конечно, если бы у меня были силы такие, как в этой игре, типа, сделать, я не знаю, там... кружку пива супер огромный и напиться много там, допустим, условно говоря, да, то это было бы заебись. Конечно, так можно решать проблемы. И убиться нахуй, да-то. Ну, типа,
душ... Основной посыл игры то, что нужно смотреть на все с другой стороны. И тогда все проблемы, чуваки, ваши решатся. Вот не можете в универе решить задачку. Нужно поменять то, как вы сидите, например, да? Чтобы с другой стороны смотреть на нее. But just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wake up. Wake up. Wake up, Neo. Его обосрался. Суперлимил. Но игра реально там на 2 часа, да? Минут 10 вначале я музыку гонял, болтал. За 20 лишних, за 20, за 30 даже где-то прошли, 2,5 часа. 400 с чем-то рублей стоит, между прочим, игра. Я не особо оценил. Вот последний этап игры, где все черно-белым начало становиться. А вот начало прикольное. Ты игре стоило быть просто игре про головоломки и смены перспективы. Это было прикольно. А вот в конце что-то намутили этой псевдофилософии дурацкой. Причем такой глупый, знаете. Такой поверхностный прям. В стиле, ну надо же объяснить, ради чего это все было. Зато какие 2 часа. Да? Считаете, что это стоит того? Да. Но актуальная игра. Как раз сейчас пойти поспать надо. А то я не выспался. В VR почилил бы 4 часа под пивко за 400 рублей. Ну так не, здесь же не 4 часа. Если бы я еще не тупил в паре моментов, еще быстрее прошлось бы. Такое. Прикольно. Если вырезать последние, я не знаю, там полчаса на игры, да, вот эти вот черно-белые. Они вообще неинтересные, дурацкие. А, ну еще тот момент с лабиринтом, где нужно было от стены отходить. Противоположный. Тогда есть прогресс. Странно как-то. Странная загадка. Стэнли Парабл вот за сколько проходится, например? Сколько... А, это еще на Unity сделано. Поэтому понятно, почему здесь фэпсы дропается. Авторы Супер Лиминал. А до этого кто были? Pillow Castle. А, просто название студии. Спасибо за ваши сны. У них студии переводится как подушечный замок. Они, видимо, любят поспать, короче. Сильный пара был реиграбельный, это просто приключение на раз. Ну вот, поэтому... Это такая игра, я не знаю... Маловато загадок, да, за эти деньги, типа. И в конце просто философия. Дурацкая. Ой, спай хочу, чуваки, не выспался сегодня. Поэтому короткий стрим. Как раз прошли игру. Пойду я, наверное, отдыхать. Спасибо большое то, что заходили на стрим. Прикольная игра такая. Но очень короткая, конечно. Прям как этот стрим. Да, спасибо, тоже заходили, смотрели. Как я туплю моментами. Не могу решить загадку. Так что да. Пойду я отдыхать, гайс. Всего вам хорошего. Увидимся на следующем стриме. Что-нибудь поищу, что можно пройти. Надо подумать. Пока что что-то идей таких нет, что можно было пройти. Может, что-то я забыл. Напомните, если что. Ладно, давайте. Увидимся. Пока, гайс. Пока-пока.